Магнитский просил суд его удовлетворить, отменить условное осуждение Навального, направить его для отбывания наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительную колонию общего режима. Выслушав мнение участников процесса, изучив представленные материалы, суд находит представление начальника филиала подлежащим удовлетворению. В соответствии с частью 3 статьи 74 Уголовного кодекса Российской Федерации, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности и скрылся от контроля, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за его поведением, может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. В силу части 5 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, систематическим неисполнением обязанностей является невыполнение подписанных условно осужденных действий более 2 раз.